Общественники Григорий Донец и Александр Бородавченко записали видеообращение от имени жителей города к президенту Российской Федерации с просьбой остановить строительство элитного жилья, которое уже начато на мысе Хрустальном в рамках проекта культурного кластера. Свое обращение они направят на прямую линию с президентом в надежде, что глава государства сможет повлиять на действия правительства города. По словам активистов, многие севастопольцы весьма однозначно выразили свое мнение, когда обсуждали проект на общественных слушаниях. Люди практически единогласно высказались против жилой застройки. Вопреки мнению большинства горожан, правительство Севастополя приняло проект межевания территории, на котором появилось 2 12-этажных здания. И уже ведутся работы по заливке фундамента. Уважаемый Владимир Владимирович, мы просим вас учесть мнение севастопольцев, чтобы в культурном кластере остались только объекты культуры и парковая зона. Более того, члены общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт» считают, что стройка, которая началась без полноценной археологической разведки и историко-культурной экспертизы, уже нанесла городу непоправимый ущерб. К сожалению, на сегодняшний день работы ведутся на этой территории без соответствующей разведки. И уже мы имеем факты уничтожения ряда объектов, обладающих признаками культурного наследия. Не предусмотрено на этой территории строительство многоэтажных домов. Это историческое поселение. Поэтому в первую очередь надо исходить из этого, что мы такой застройкой уродуем внешний вид нашего города.